Друзья, всем привет! Мы продолжаем приключения нашего любимца кота Тома. В прошлой части я поставил новые обновления. И кроме того, в прошлой части, друзья, мы закрыли посещение нашего любимца. Итак, я сегодня хочу сделать неожиданный обзор по всех странах. Вот поэтому давайте-ка начнем с этого. Итак, Том, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, давайте-ка отведем первым делом его в туалет. Вот так здорово. Добавили разработчики вот такой вот гром и молнию в туалете. Ну что же, это прикольно, это здорово. Вот, вот такой вот Том Франкенштейн. Специально для Хэллоуина мы все это сделали. Но сейчас давайте-ка его покормим, покупаем. И я думаю, было бы здорово, друзья, заняться сегодня вот нашим Томом. Именно хочу сделать отдельное видео по странах, который посетил. Итак, в прошлой части мы уже выиграли нашему Тому вот такой, костюмчик. И наш уже Том полностью может быть экипирован вот эту форму. Давайте-ка я надену вот фуражку пилота. Вот на нем костюм пилота. Его это можно было все взять только за... Вот, давайте-ка уберем глаза пришельца, пусть обычные глаза пришельца, только за посещение стран. И в прошлой части, кто смотрел, друзья, мы уже с вами сделали, полностью посетили все страны. Вот, сегодня мы не будем делать с вами вот выбор шубок, хотя, вот, друзья, пишите отзывы в комментариях, у нас на канале есть традиция, согласно ваших отзывов в комментарии, я меняю шубки, сегодня я этого делать не хочу, вот только прокручу, чтобы вы увидели, какие есть шубки в наличии, написали в комментариях, и согласно ваших отзывов в комментариях, я в следующем видео, конечно же, сниму новое видео с новой шубкой. Вот, от нашего любимца кота Тома. Ну, а сегодня давайте-ка все же мы сделаем с вами посещение по другим странам. Вот, хотелось бы мне пройтись по всех странах. Но вначале позвольте нашего котика накормить. Итак, где, кстати, вот тот жгучий перец, из-за которого наш Том дышит огнем? Хотелось бы дать его вначале нашему котику и посмотреть на его реакцию. Итак, вот он, вот этот перчик с огнем. Вот, для него было бы здорово здесь сделать темные обои, чтобы на них он лучше выделялся. А ну-ка, давайте-ка я так и сделаю. Вот, давайте-ка я возьму кухню, возьму какие-то темные обои, вот, чтобы этот огонь на них выделялся. Вот, возьмем обои со светлячками. Отлично, и вот теперь дадим перчика. И посмотрим, как это будет все сработает вот таком вот на темноватом фоне. Ну, вот такой вот огонь. Ну что же, практически наш котик уже накормил. Осталось дать им какую-то вкусняшку, заесть этот жгучий перец. И давайте-ка дадим ему вот это пирожное. Ну вот, супер, и еще какую-то вкусняшку. Вот давайте-ка мы дадим вот это смузи ему. По-моему, клубничный, либо, ну, очень похож, по крайней мере, на клубничный. Ну что же, супер, очень-очень неплохо, друзья. Ого-го, смотрите, как он у нас растолстел, какой сделался толстый. Давайте-ка я его немножко поглажу, дам ему сжигатель жира, чтобы наш котик немножко похудал. Что-то уж очень-очень он поправился. Ой-ой-ой, прости, Томушка, как-то это получилось случайно. Итак, давайте-ка поднимем настроение нашему котику. Вот так, неплохо, неплохо. Ну вот, настроение поднято. Вот только хочется что-то для пилота. Он слишком большой вес. Что-то он поднабрал веса. Поэтому давайте-ка дадим мы ему сжигатель жира. Вот он. Вот, смотрите, сразу же постройнел. Сразу же наш котик постройнел, убрали мы у него животик, и вот такой вот получился милашка-симпатяшка. Кстати, что это у нас за обновление? Мы же с вами полностью полетели, у нас уже весь альбом собран, тем не менее, еще вот один из лотерейных билетиков висит. Почему он висит, непонятно, мы же уже все страны посетили, ну как-то прикольно. Вот тем не менее висит, и кроме того, сегодняшнее у нас задание, что за задание? Заверши раунд 13 секунд быстрее 10 секунд в игре соединения. Я думаю, мы это не будем делать. А давайте-ка, друзья, мы сразу же с вами
перейдем вот в наш альбом путешествий. Итак, в прошлой части мы с вами уже полностью закрыли вот этот альбом: Африку, Азию, Европу, Северную Америку, Океанию, Южную Америку. Посетили 198 стран из 198. И сегодня я уже давно мечтал это сделать. Сегодня хочу сделать отдельное видео просто по странам, которым посетил наш том. Очень долго мы к этому шли, но наконец вот есть. Итак, давайте-ка откроем Африку. Итак, пойдем по очереди. Ангола. Вот такой вот забавный котик. Черно-белый с иракезом в футбольной форме. Здорово. Следующая страна — это у нас Буркина-Фасо. Вот такой вот забавный чернокожий котик с кактусом. И вот в ковбойском стиле все же сделано. Гардероб. Дальше у нас идет страна Бурунди. Вот рэпер-котик. Ну что же, очень-очень забавно. Следующая страна — это Бенин. Вот том в мерцающей шерсти, плюс еще парик. Ну что же, здорово. Итак, следующая страна — Ботсвана. И опять же, обычный наш котик Том, но с голубыми глазами и с грива льва. Ну что же, очень мило. Так, следующая страна — это Демократическая Республика Конго. Вот Том ковбой. Вот хотя шляпа ковбоя, костюм художника, сзади космический стиль, но вот такой вот винегрет из стилей. Ну что же, здорово. Дальше Центральноафриканская Республика просто называется. Вот такая вот забавная страна. И здесь просто обычный котик Том. Ну что же, здорово. Итак, а что у нас дальше делается? И это у нас Республика Конго. Вот такой вот забавный чернокожий котик, черношерстный вот котик в жутком стиле с пиратской шляпой. Ну что же, здорово. Итак, дальше у нас идет Кот-д'Ивуар. Вот страна котов, наверное, поэтому называется Кот-д'Ивуар. Это, конечно же, шутка. Живут там люди, вот, в основном, в большей части чернокожие, но вот почему-то вот представляет эту страну вот такой вот забавный белошерстый котик с голубыми глазами в желтом комбинезоне. Супер! Следующий герой — это у нас котик Камерун, страна Камерун, и вот обычный Том с серебристыми глазами с футболкой Тома. Здорово. Итак, следующая страна — это у нас Кабо-Верде. Вот, смотрите, какой замечательный костюмчик Юнги на нашем Томе. Ну что же, супер, просто здорово. А следующая страна — это Джибути. Вот такой вот забавный котик Том в сиамской шерсти. Вот это, по-моему, у нас Смоги. Сзади королевский стиль плюс вот очки для вечеринки. Ну что же, супер. Дальше идет Алжир. Вот такой вот забавный котик в пижаме. Здорово. Вот, а после Алжира идет Египет. Вот сиамский котик представляет Египет. Здорово. Эритрея, вот страна в Африке, я что-то за такую даже не слышал, вот представляет ее обычный Том вот своими зелеными глазками, здорово. Дальше Эфиопия, вот очень известная страна, рыжая шерстка, вот королевский стиль плюс корона, ну что же, очень прикольно. Дальше идет Габон, опять же наш Том в своей естественной шерстке, но вот глаза золотые. Плюс еще вот такой вот новогодний стиль. Дальше идет Гана. Вот забавный котик, черно-белый шерсткой, плюс вот такая вот зимняя шапочка, плюс романтический стиль. Ну что же, здорово. Итак, две страницы из Африки мы посетили. Переходим к третьей. Вот к третьей страничке. И здесь у нас Гамбия. Вот такой вот забавный котик, черно-белый с челкой в футбольном стиле. Дальше идет опять же вот обычная шерстка Тома. Это страна Гвинея. Плюс новогодняя шапочка и вот такой вот забавный стиль. Вот, тоже неплохо. Итак, следующая страна — это у нас
Экваториальная Гвинея. Вот черно-белый котик в желтом комбинезоне и в современном стиле. Ну что же, здорово. Итак, следующая сторона — Гвинея Бисуа. Вот в желтой шерстке том с иракезом, плюс еще кактус и плюс футбольный стиль. Ну как-то вот так, спортивный вернее. Итак, следующая страна — это у нас Кения. Опять же, забавный котик том, белый шерстки, плюс еще ковбойский стиль. Ну что же, замечательно. Отлично. И вот Коморские острова. И смотрите, какой здесь забавный кот том в полицейской форме, плюс еще вот такой вот забавный космический стиль. Ну просто супер. Следующая страна — Либерия. Вот очень забавная маска, черно-белая шерстка, плюс гавайская рубашка. Ну что же, здорово. И следующая страна — это у нас Лисета. Вот том с очками, вот какие-то магические, либо гипнотические, и еще шерсть льва. Вернее, даже грива льва. Ну что же, здорово. Итак, следующая сторона — это Ливия. Суперкот Том. Вот, супер костюме. Плюс с шапкой полицейской. Ну что же, просто замечательно. Итак, переходим к следующей страничке. А следующая страничка, здесь у нас представлена страна Марокко. Вот такой вот забавный котик Том. Вот, в новогоднем стиле. Просто здорово. Следующий котик Том — это Мадагаскар. Опять же, в естественной шерстке, голубые глаза плюс маска. Ну что же, здорово. Дальше идет страна Мали. Черно-белая шерстка. Ну, задний план, ничего не могу сказать. Вот такой необычный стиль. Вот. Дальше идет страна Мавритания. Новогодний стиль плюс вот... У него шапочка Санта-Клауса и вот все в новогоднем стиле. Плюс белая шерстка. Следующая сторона — Маврикий. Вот, рыжая шерстка плюс смокинг и современный стиль. Здорово. Отлично. Дальше идет сторона Малави. Вот здесь у нас обычный тон с голубыми глазами и современным стилем. Тоже неплохо. Дальше идет Мозамбик. Вот Том, вот свои шерстки, голубые глаза, плюс футболка Том. Ну что же, как-то вот так. И вот Намибия, посмотрите, кто представляет Намибию. Вот такой вот замечательный рыжий котик с шлемом ветерана и королевским стилем в комнате. Ну что же, просто здорово. И дальше идет страна Нигер. Вот такой вот забавный котик. Вот в костюмчике, в жуткий стиль сзади, плюс еще обычная шерстка и голубые глазки. Ну, как-то вот так. Итак, дальше идет Нигерия. Вот наш котик в пижаме, плюс новогодний стиль. Ну что же, здорово. Вот. Итак, дальше идет у нас Руанда. Вот какой, смотрите, прикольный том здесь. Вот он, по-моему, в шубке ягуара. Плюс вот космический стиль на заднем страничке. Дальше идут Сейшельские острова. Здесь опять же томик наш в пижаме. Плюс голубые глазки на своей естественной шерстке. Здорово. Дальше идет Судан. Опять же пижамка, шерстка, серебряные глазки и новогодний стиль. Вот неплохо. Дальше идет Сьерра-Леоне. Вот спортивный стиль плюс новогодний стиль. Ну вот такая вот комбинация стилей. Вот такой вот винегрет. Вот здорово. А смотрите, какой прикольный том в Сенегале. То есть белая шерстка белого тигра плюс голубые глаза. Ну просто замечательно. Итак, неплохо. Дальше идут Сомали. Вот такой вот забавный котик. Современный стиль плюс обычная шерстка тома. Так, дальше Сан-Томе и Принсипи. Сан-Томе и Принсипи. Вот такая вот забавная страна. Тоже за нее еще даже не слышал. Вот черно-белая шерстка, гавайская рубашка. Плюс жуткий стиль. И плюс еще космический стиль. Как-то намешано все, но забавно. Так, дальше идет страна Свазиленд. Свазиленд. Вот и здесь у нас том плюс обычный том. Плюс космический стиль на заднем плане. Вот.
Дальше идет страна чат, за нее я часто слышал. И вот здесь у нас рыжий котик, вернее, в рыжей шубке плюс пижамка. Ну, как-то вот так. Дальше идет страна тога, черно-белый котик с светлой челкой плюс футболка Тома. Вот, и где мы сейчас находимся? И мы находимся уже на последней странице, и дальше у нас идет Тунис. Вот черно-белая шерстка, здорово. Дальше идет Танзания, опять же черно-белая шерстка, но новогодний стиль еще присутствует. Дальше Уганда, опять же черно-белая шерстка. Вот ЮАР представляет вот такой вот прикольный Том Король в гавайской рубашке, плюс еще маска и еще новогодний стиль. Ну что же, прикольно. Вот Замбия — это у нас обычные 6 Тома плюс новогодний стиль. Вот почему-то страны Африки очень любят новогодний стиль. Зимбабве понравился вот шерсть Тома леопардовая плюс белая челка и еще вот такой вот романтический кукольный домик. Ну что же, очень-очень неплохо. Южный Судан — это у нас сиамская шерстка, плюс еще там бассейн на заднем плане и немножко новогоднего стиля. Итак, да, друзья, и это уже все. Это уже все. Мы вот перескакиваем на первую страничку. Итак, все страны Африки мы с вами просмотрели. Вот супер. А сейчас давайте-ка обратился к Азии. Ох-ох-ох. Я что-то рассчитывал, друзья, что это будет быстрее. Вот не оказалось быстрее. Вот только Африку обошли. А сколько уже времени заняли? Наверное, нужно поменьше тратить время на описание котиков. Давайте-ка просто я буду читать страны. И на этом вот... Хотя, если вам будет интересно, чтобы я озвучивал котиков, пишите вот в отзывах, в комментариях, и я это сделаю. Итак, давайте-ка вперед. Вот страна, не знаю, как она расшифровывается, вот просто три буквы ОАЭ. Ну, не знаю, вот такая вот забавная страна. Дальше идет у нас, кстати, это у нас идет Азия, да. Вот в Азии идет у нас дальше Афганистан. Вот следующая страна — Армения. Вот дальше, вот каждый котик представляет свой Азербайджан. Вот так неплохо. Бангладеш. Кто у нас там дальше? Бахрейн. Бруней. Вот такой вот забавный котик представляет и Бруней. Бутан. Ого, котик-авиатор. Здорово. Китай. Ничего себе. Китай представляет вот такой вот чернокожий. И в смокинге костюм еще с в современном стиле, плюс еще шапка вот какая-то у нас гангстера, ну, фетровая, по-моему, шапка, ну, очень похоже. Вот такой вот котик предоставляет Кипр, довольно-таки прикольно. Вот этот Грузия, что же, Гонконг с мерцающей шерсткой, здорово. Индонезию вот в очках плюс ковбойской шляпе. Ну что же, тоже Израиль представляет обычный котик с голубыми глазами плюс надпись Том. Вот супер. Индию — вот такой вот забавный котик в очках плюс шапка. Ирак с вот изображением андроида, котик Том плюс маска. Вот Иран вообще просто в шапочке и с космическим стилем на заднем плане. Ну что же, здорово. Вот Иордания — обычный Том. Ну что же, тоже очень мило. Вот Японию, ничего себе, а Японию вот в космическом скафандре, плюс еще новогодний стиль. Ну что же, прикольно, прикольно. И дальше у нас идет и Киргизия. Вот так предоставлена эта страна. Ну что же, здорово. Вот такой вот котик. Камбоджа, черно-белый котик Том, очень милый. Дальше идет у нас Северная Корея, опять же черно-белый котик. Южная Корея — уже черно-белый котик на желтом комбинезоне. Интересно, Кувейт — вот такой вот Том в своей естественной шерстке. Казахстан. Ого, какая тигровая шерсть, шерстка, плюс еще смокинг, и плюс еще вот такая вот грива льва. Вот забавно, забавно. Так, Лаос представляет просто Том в черно-белой шерстке.
Ливан, опять же, обычный том в шапочке. Так, Шри-Ланку том в гавайском костюме. Ага, это шерстка Монконека. Прошу прощения, Менекинека. Вот так, по-моему, звучит эта шерстка. Да, здорово. Вот, дальше идет у нас Мьянба, Бирма. Ага, раньше называлась Бирма, сейчас называют Мьянба. Мьянба, Мьянма, вот так как-то. Ну что же, здорово. Так, дальше идет Монголия. Вот такая вот забавная серая шерстка обычного тома плюс красная маска. Дальше идет Макао. Вот забавный том в полицейской фуражке. Мальдивы. Опять же, в серый котик в маске плюс шапочка Санта-Клауса. Здорово. Малайзия. Ох, какой прикольный стиль, я еще такого и не видел. Белый костюмчик, белая шерстка, вот, шапочка шута и еще вот фиолетовый космический стиль, плюс помешанный с романтическим. Очень мило, очень здорово получилось. Ну что же, здорово. Итак, следующий котик, это у нас в стране Непал, предоставляется том плюс желтый комбинезон. Итак, на какой мы сейчас странице? Итак, уже большую половину Азии мы с вами прошли. Вот Непал посмотрели, а следующая страна это у нас уже будет Оман. Ну что же, прикольный котик Том в своем сером костюмчике. Дальше идет Филиппины, опять же Том в рубашке с Томом. Пакистан. Вот, жуткий стиль, плюс том в пижаме. Здорово. Вот, Палестина, вы смотрите, какой милый том. Белая шерстка, вот, романтический, вот, это у нас романтическое, вот, такое вот кресло в виде пуфика. Ну что же, довольно-таки мило. Вот, следующий кот, это, вернее, страна Катар. Вот ее предоставляет вот такой вот котик в пижамке. Ну что же, довольно-таки здорово. Хорошо. Дальше идет Саудовская Аравия. Вот предоставляет ее вот тигр плюс голубые очки. Ну что же, интересно. Плюс еще королевский стиль и новогодний. И Сингапур. Ничего себе. Смотрите, как прикольно. Шерсть, камуфляж. Плюс еще летческая фуражка плюс костюм художника, ну, намешали, вот, будь здоров. Так, Сирия, это у нас сиамская шерсть плюс королевский стиль, как-то вот так. Дальше идет Таиланд, вот, необычный котик Том, плюс красная маска, плюс еще вот желтый комбинезон. Вот, давайте-ка посмотрим, Таджикистан. Вот серая шерстка плюс голубая шапочка. Ну что же, очень мило. Так, Туркменистан, желтая шубка плюс шапочка. Так, что же, Тайвань. Вот такой вот серый котик плюс пижамка. Ну что же, здорово. Итак, по-моему, и Узбекистан. Смотрите, какой прикольный том. Я еще такого тоже не видел. Вот, белая шерстка, голубой ирокез, космический стиль. Очень даже мило. Вот, и остается всего три страны, и Азия будет закрыта. Это у нас Вьетнам. Вот, обычный котик, правда, красные глаза, плюс пижамка. Дальше идет Йемен. Черношерстный котик, плюс... Вот это у нас Мокин плюс космический стиль. Здорово. Ну и завершаем. Восточный Тимор. Это у нас обычный котик Том в пижамке. Ну что же, как-то вот так здорово. Вот перемещаемся на начало. Вот это Андорра. Ну, нам туда уже не... Ага, это мы сразу же переместились, друзья, в Европу. Вот видите, как здорово. То есть мы можем даже вот просто прокручивать по страничкам и переходить на страны. Итак, 104 страны мы посетили. Осталось еще 94. И вот продолжаем с Европы. 45 стран. Вот давайте-ка посмотрим, что же у нас Европа. Итак, Андорра. Вот интересно, где это, я даже что-то и не в курсе. Вот желтый комбинезон плюс том в очках, сердечках, плюс еще вот такая вот забавная грива льва. Ну что же, супер.
Дальше идет Албания. О, какой, какая прикольная шерсть культурист. Ну что же, здорово. Плюс жуткий стиль. А Австрию вот, предоставляет вот такой вот милый голубой котик Том. Вот, плюс еще романтический стиль. Здорово. Вот, дальше и тут идет Босния и Герцеговина. Вот, ну что же, вот такой вот милый, прикольный, необычный Том в желтом комбинезоне. Супер. Дальше идет Бельгия. Опять же идет романтический костюмчик, обычная шерстка. Вот Болгария, рыжий котик представляет. Мило. Мило и симпатично. Белоруссию вот представляет вот такой вот в белой шерсти Том. Вот в пижамке, плюс сзади идет королевский стиль. Ну, в принципе, намешано всего понемножку. Как-то вот так. Ну что же, здорово. Дальше идет Швейцария. Вот такой вот забавный котик Том в пиратской шапке. Плюс еще изображение андроида на свитере. Ну, как-то вот так. Плюс жуткий стиль. Очень-очень необычно. Чехия, рыжий кот с иракезом. Плюс еще вот на заднем плане у нас это вот такой вот космический стиль. Ну что же, супер. Германия, белый кот. Вот, ну и вот этим все сказано. Ну что же, как-то необычно, прикольно, но забавно. Дания, обычный Том в желтом комбинезоне. Вот больше ничего сказать не могу. Эстония, обычный Том в красной маске и еще в романтическом костюме. Ну, как-то вот так. Вот Испания, черно-белый котик, то есть Том в своей обычной шерсти, плюс космический стиль и еще вот какие-то очки, но закрывает не видно, по-моему, гипнотические. Вот Финляндия, ох, какой прикольный черно-белый котик в жутком стиле, плюс майка Тома, довольно-таки здорово и прикольно и мило. Ого, ничего себе, какая классный, подобрал ли Франции котика. Смотрите, вот такой вот желейный, плюс еще футбольный стиль, довольно-таки оригинально, прикольно и забавно. Вот Греция, опять же, желатиновый Том, правда, не так здорово, как смотрелась Франция. Так, Хорватия, чернокожий, вот такой вот забавный котик, очень мило. Так, дальше идет Венгрия, вот романтический костюм, плюс шлем летчика, плюс гипнотические очки, здорово. Ирландия, обычный котик, вот в своей шерсти, плюс современная гостиная. Да, и вот телевизор современный, полки тоже, а вот кресло космическое, ну как-то так. Исландия, вот рыжий котик Том, плюс спортивный стиль, плюс пижамка, вот как-то вот так. Ну что же, супер. Италия, ох, какой классный костюм пилота, вот плюс фуражка пилота, очки пилота, белая шубка и новогодний стиль. Довольно-таки необычно, прикольно и забавно. Лихтенштейн, вот представляет, опять же, современный стиль, плюс обычный котик в голубой шапочке. Вот здорово. Литва, вот обычный кот Том в ослепительном костюме плюс зеленые глазки. Ну что же, довольно-таки здорово. Очень хорошо. Люксембург, смотрите, какой забавный, необычный котик. Черно-белая шерстка. Вот просто мило, просто чудесно. Очень хорошо. Здорово. Итак, Латвия, шерсть склет. Довольно-таки это здорово смотрится. Что же, чудесно. Монако, обычная шерсть Тома плюс желтый комбинезон. Очень хорошая комбинация. Молдавия. Вот это у нас обычная шерсть Тома. Возможно, это шерсть цветочек. Вот что-то там пробивается возле рубашки. Королевский стиль, современный телевизор плюс смокинг. Как-то вот так. Здорово. Черногория, обычный кот Том, вот, правда, в пижамке, плюс новогодний стиль, здорово. Так, следующая страна, Республика Македония, вот, очень забавный котик Том, плюс зеленый иракез, плюс гавайская рубашка, современный телевизор, ну, всего понемножку, как-то вот так. Так, Мальта, очень прикольный котик, современный, вот, корчит нам рожицу, плюс спортивный стиль, что же, супер. Так, Нидерланды, ох-ох-ох, какой прикольный, неожиданный
ослепительный наряд. Вот, плюс черно-белая шортка и маска. Кстати, давайте-ка посмотрим, где мы сейчас находимся. Вот, заканчиваем Европу. Вот, итак, следующий у нас костюмчик – это Норвегия. Черно-белый костюм, нет, обычный костюмчик Тома плюс смокинг. Здорово. Так, дальше идет у нас Польша. Опять обычный же котик Том плюс гавайская рубашка. Португалия. Обычный котик Том плюс голубой ирокез плюс рубашка Тома и романтический стиль. Здорово. Так, Румыния. Ого-го, ничего себе, как прикольно. Итак, Румыния, родина вампира Дракулы. Вот представляет ее вот такой вот забавный котик Том Склет плюс жуткий стиль. Ну что же, подходит к Румынии. По-моему, здорово. Так, Сербия. Вот такой вот забавный котик Том в пижаме, жуткий стиль. Плюс еще маска и обычная шерсть Тома и грива льва. Ну, как-то вот так. Так, Россия. Ого, ничего себе, смотрите, предоставляет забавный котик Том в маске робота. Плюс космический стиль на заднем платье. И еще вот, еще футболка Тома. А вот шерсть клет, видите, закрывает футболка, шорты и еще вот этот шлем. Ну, как-то необычно, честно говоря. Так, дальше у нас кто пойдет, какая страна, давайте-ка посмотрим. Швеция. Ее предоставляет котик вот в необычной шерстке. Необычная шерстка, вернее, шерстка обычная, необычная, необычно, что на, к этой шерстке подходит вот такой здорово футбольный стиль, футбольная униформа и еще шапочка на голове Санта-Клауса. Ну, как-то вот так. Так, следующая страна — это у нас Словения. Ее предоставляет котик в серой шерстке, плюс еще вот такая вот забавная вот звездная пижамка. Ну что же, здорово. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас дальше. Словакия. Вот, белая шубка, шлем пилота и еще какой-то смокинг. Плюс современный стиль. Здорово. Так, Сан-Марино. Вот, по-моему, мы уже заканчиваем Европу. Вот, обычная шерсть Тома. Нет, шерсть цветочек, видите, на руках есть блески. Плюс современный стиль, плюс еще новогодний стиль. Ну и, ну, как-то вот так. Вот намешано всего по чуть-чуть. Дальше идет Турция. Ох, какой необычная Турция, какой необычный костюм. Итак, белый костюм, либо белый костюм, плюс черно-белая шерстка, плюс еще эмо-стрижка и еще голубые очки. Вот, по-моему, мы уже заканчиваем. Нет, еще осталась у нас Украина, обычный котик Том с красными глазами, вот, обычным стилем. Дальше идет у нас, ого, Великобритания, это что-то невероятное, посмотрите. Вот, ничего себе, как здорово сделали его разработчики. Вот интересно, как они добавляли каждой стране своего, то ли это было произвольно, то ли специально. Но вот смотрите, как здорово выглядит Великобритания, футбольный стиль, плюс желейная форма, плюс вот крива льва и вот такие вот гипнотические очки. Ну что же, супер. Вот следующий, это у нас Ватикан, вот такой вот милый, няшный белый котик Том, плюс еще шапочка Санта-Клауса и новогодний стиль. Ну что же, вот, по-моему, мы уже с Европой закончили. Да, дальше мы с вами перемещаемся в Северную Америку. Вот давайте-ка посмотрим, то есть уже три континента мы с вами посетили: Африку, Азию и Европу. Осталась Северная Америка, Океания и Южная Америка. Совсем мало стран. Итак, Северная Америка. Давайте-ка посмотрим. 23 страны всего предоставляет. И это у нас Антигуа и Барбуда. Вот такой вот забавный черно-белый котик в новогоднем стиле. Что же, супер. Следующая страна — Барбадос. И ее предоставляет вот такой вот забавный котик в мерцающей шерстке с желтом комбинезоне. Здорово. Следующий котик — это у нас рыжик в ослепительном наряде, современный стиль, плюс еще грива льва. Здорово. Очень даже неплохо. Следующий — Белиз. Вот смотрите, как неплохо это все выглядит.
Вот такая вот забавная обычная шерстка, плюс голубые глаза, современный стиль и жуткие обои. Вот довольно-таки интересно. Вот Канаду предоставляет вот необычный котик. Вот это у него вот такой вот обычная шерстка, зеленые глазки, желтый комбинезончик и грива льва. Здорово. Ага. Дальше идет Коста-Рика, обычный котик Том, плюс новогодний стиль, вот еще какие-то коричневые глаза. Вот следующий это у нас Куба, желатиновый Том, плюс еще какой-то ковбойский стиль, плюс красная футболка. Здорово. Следующая сторона Доминика. Ничего себе, какой жуткий Том, вот в шерстисклете, довольно-таки здорово ему подходит. Очень неплохо, друзья. Вот следующая страна – это Доминиканская Республика. Обычный том-кот в пижамке. Ну что же, неплохо. Итак, дальше идет Гренада. Обычный котик Том. Вот, плюс космический стиль. Дальше идет у нас Гватемала. Черно-белый котик плюс футбольный стиль. Тоже довольно-таки здорово это все выглядит. Следующая страна – Гондурас. Опять же обычный котик Том. Вот плюс пижамка, плюс шапочка, плюс современный стиль и плюс еще романтический стиль. Как-то вот так. Вот. Дальше идет Гаити. Вот такая вот племенная шерстка. Очень здорово подходит котика. Плюс еще новогодний стиль. Это было Гаити. Дальше Ямайка. Вот, по-моему, это у нас шерстка Ягуара. Плюс эмо-стрижка светлая. Плюс современный стиль и плюс футболка. Здорово. Вот Ямайка, ого, Санкис и Невис почему-то вот висит знак вопроса. Почему вот так, не знаю, но как-то вот так. Так, Сент-Люсия, вот такой вот забавный котик Том, представляет эту страну, черно-белый пират. Ну что же, здорово. Так, следующая страна, это у нас Мексика. Вот ее представляет котик вот такой вот забавной шерстки. Это у нас сиамская шерстка плюс современный стиль. Ну что же, здорово. Так, дальше идет Никарагуа. Черно-белая шерстка плюс еще вот такой вот забавный современный стиль. Здорово, просто-просто. Дальше идет Панама. Черно-белая шерстка плюс какой-то вот... То ли смокинг, то ли это вот пиджак плюс современный стиль. Вот так как-то. Сальвадор предоставляет мерцающий котик Том в ослепительном наряде плюс красный ирокез. На это все очень здорово сочетается. Плюс еще современный телевизор. Ну что же, очень мило, очень здорово. Тринидада и Тобаго. Вот такая вот забавная страна. Королевский стиль, черно-белая шерстка плюс еще вот то ли смокинг, то ли костюмчик. Следующая страна США. Вот жуткий стиль. Забавная вот пижама в звездах. Плюс пакет на голове. Вот, честно говоря, выглядит как-то необычно. Вот. Следующая страна Сент-Винсент и Геннадины. Вот такой вот забавный сиамский котик. Вот, кстати, давайте-ка посмотрим, сколько... А это уже я, наверное, друзья, на другой континент, да, вот, уже мы переместились вот с Северной Америки в Океанию, и вот видите, Океанию уже предоставляет Австралия, вот, да, Австралия предоставляет вот такой вот черно-белый котик в гавайской рубашке, ну что же, плюс современный стиль. Дальше Фиджи, черно-белый котик в пижамке. Здорово. Микронезия, черно-белый котик, плюс ковбойский стиль, плюс футбольный стиль, как-то вот так. Кирибаты предоставляет обычный котик Том с голубыми глазами, плюс еще вот такой вот пляжный и романтический стиль. Ну что же, супер. Маршалловы острова, черно-белый котик, плюс спортивный стиль, здорово. Неплохо. Науру вот предоставляет черно-белый котик, обычный котик Том с красными глазами и плюс еще космический стиль. Ну что же, здорово. Новую Зеландию предоставляет обычный котик Том с шерсткой пижамкой плюс космический стиль. Здорово. Вот, неплохо.
Папуа-Новая Гвинея предоставляет обычный котик Том с красными глазами плюс футбольный стиль. Вот очень даже неплохо. Палау предоставляет, вот, по-моему, шерстка ягуара плюс еще пижамка плюс романтический и современный стиль. Вот что-то как-то все намешано. Вот давайте-ка посмотрим Палау. И еще остается всего несколько стран, и уже Океания будет закрыта. Итак, Соломоновы острова предоставляет том в шерсти тигра, плюс королевский стиль, плюс фетровая шляпа. Супер. Дальше идет Тонга, обычный том, вот с голубыми глазами. Вот. Тувалу, здорово, классный черно-белый котик Том, плюс современный стиль, плюс красная рубашка, майка, футболка, вернее, вот так. Вануату, вот такая вот забавная страна, королевский стиль, современный телевизор, вот мерцающая шерстка, длинные волосы, плюс романтический костюм, ну как-то вот так. Ну что же, вот по-моему, дошел до конца. А нет, еще остается одна страна, это Самоа. Вот белая шерстка, эмо-стрижка, пижамка и космический стиль. Ну что же, супер. Итак, Океанию мы, друзья, с вами закрыли. И остается у нас всего лишь один материк, это Южная Америка. Остается 12 стран, и мы сегодня уже посетим все страны. Ну что же, здорово. Итак, что у нас идет? Аргентина. Вот такая вот забавная шерстка. Черно-белый, обычный котик Том в пижамке. Здорово. Дальше идет Боливия. Опять же, вот такой вот необычный. Вот на нем марсианская униформа. Вот спортивный задний вид. Вот плюс обычная шерстка, плюс еще шапочка. Очень как-то необычно. Вот дальше идет Бразилия. Обычная шерстка, вот маска, плюс еще ковбойский стиль. Что же, неплохо. Дальше идет у нас, вот почему-то Колумбию пропустили. Колумбия, вот обычная белая шерстка, плюс шапочка и новогодний стиль. Как-то вот так. Дальше идет Чили. Что же, афроукладка, обычная вот шерстка, телевизор современный, плюс королевский стиль. Ну, как-то вот так. Вот и вот почему-то они мешаются между собой. Не знаю почему. Вот дальше Эквадор. Вот такой вот черно-белая шерстка, плюс костюмчик. Ну что же, здорово. И обычный стиль. Так, следующий это Гайана. Вот такой вот забавный том-пират в кимоно. Отлично. Следующая страна это у нас Перу, мерцающая шерсть плюс королевский и жуткий стиль, что-то помешано все. Вот здорово. Итак, Парагвай, следующая страна, опять же желтый комбинезон, вот тигровая шерстка, львиная грива плюс маска, плюс космический стиль на заднем плане. Следующая страна это Суринам. Вот обычный котик Том плюс обычный вот внешний вид. Ну, как-то вот так. Итак, следующая страна Уругвай. Вот мерцающая шерстка плюс еще вот новогодний стиль. И остается у нас после Уругвая только вот последняя страна. Это Венесуэла. Обычный котик Том. Плюс еще вот забавная шапочка. Ну что же, вот все страны мы с вами, друзья, и посетили. Вот, посетили все страны. Вот я что-то не думал, что на это пойдет столько времени. Тем не менее, времени ушло порядочно. На этом я уже, друзья, с вами буду прощаться. Вот наш котик устал. Вот в следующих отзывах и комментариях, и в следующем, чтобы я снял следующее видео, пишите, в каком костюмчике, вернее, в какой шерстке хотите увидеть нашего Тома. И я, согласно ваших отзывов в комментариях, буду, конечно же, на нашего Тома надевать всевозможные костюмчики. А у нас в наличии есть рыжая шерсть, белая шерсть, шерсть цветочек, черно-белая шерсть, тигровая шерсть, черная шерсть, звездная шерсть, шерсть желе, золотая шерсть, шерсть пумы, франкентом, снеговик, племенная шерсть, сиамская шерсть, леопардовая шерсть, радужная шерсть,
6 культурист, 6 белого тигра, бриллиантовые 6, 6 зомби, 6 манекенека, голубая 6 пришельца, кибер 6, раба 6, 6 грязь, 6 камуфляж, розовая 6, 6 мумия, 6 дракона и 6 скелет. Ну, как-то вот так. Итак, всем пока-пока, друзья. Вот на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.